Вы неправильно припарковали машину, можно ваши документы? Мы сейчас, уважаемый водитель. У вас неправильно припарковка машины, можно ваши документы? Кто такой? Что я молодой инспектор. Ну а где у тебя значок? Вот где? У него, вот, я молодой инспектор. Это у него, а у тебя? Он нам проводит такой? Обучение. У нас он обучение идет, я хочу вас этот документ спросить. Он может спросить, у него удостоверение есть, вот корочка есть. Вот у него другой вопрос, но ты не имеешь права. Да, по сути, дороже, да, но... У нас сейчас идет учебный процесс, уважаемый водитель. Вы извините, если мы что-то неправильно сделали. Просто я ребятам объясняю то, что есть водители, нужно с ними вежливо, корректно объяснять ситуацию. То если есть нарушение, то объяснять не нарушение. Меня зовут Адилет, я старший инспектор, провожу сейчас учебное занятие. Это ученики 9 класса. Вот, водитель тебе дал документы, проверил, посмотрел. Это Дмитрий Николаевич. Да? Посмотрел, все в порядке. Все, что нужно сказать? Спасибо. Да, пожалуйста, не нарушайте правила дорожной жизни. И всего вам доброго. Пожалуйста, уберите машину. Ладно? Всего доброго. По неправильным парковкам. Объясняем водителям то, что в школьных зонах есть ограничение скорости, и чтобы они соблюдали этот режим. И чтобы не нарушали ответственность. Узнал про дорожные движения, статьи, и мы поговорили с многими водителями, узнали, что люди бывают разные, и это все зависит от нас и от водителя. Если мы будем, как сказать, хорошо разговаривать с водителем, водители будут нам тем же отвечать. Но сегодня мы встретили одного очень, как сказать, агрессивного водителя. Что он сделал? Он чуть не сбил нашу девочку одну. Что и вы вот сказали ему? Поговорили с ним? Да, поговорили. И вот... Все. А вот вы, оказывается, юный инспектор, да? Да. А вот до этого вы знали какие-то дорожные движения, правила дорожного движения, какие-то вещи. Сегодня что-то новое для себя вы узнали? Да. Например, вот. 123-я статья, что нельзя парковаться в неположенном месте. И штраф первой категории 1000 сомов.